Всем привет! Новые посылочки не заставили себя долго ждать. К нам уже приезжала почта, и мне пришли новые бесплатные посылки на тестирование. На этот раз их всего две, но тем не менее я не хотела долго ждать, пока придут еще какие-то. И скорее хотела их открыть. Во-первых, мне самой очень интересно и очень радостно. Во-вторых, я хочу поделиться с вами. Давайте, как обычно, начнем с маленькой. Я очень люблю получать посылки. Я знаю, что вы это тоже знаете. И наверняка тоже любите. Так, здесь у нас, как обычно, воздух, чтобы ничего не повредилось. И внутри у нас средство для мытья посуды фирмы Prill. Новинка – это гель. Он вроде как должен быть более густой, может быть, я не знаю. Но, как обычно, сильно пенится и так далее. Все, что нужно нам от средства для мытья посуды. И посылка мне эта пришла от сайта Frag Team Clean. Смотрите. Они желают всего наилучшего при тестировании, благодарят за регистрацию и в течение, через 2 недели пришлют мне email, чтобы я могла оставить отзыв об этом средстве для мытья посуды. И теперь большая коробочка от сайта Ugh of the Day. Great things inside. Классные вещи внутри. Посмотрим, что тут у нас внутри. Коробка большая. А, кстати, да, точно-точно. Впервые такую вижу. На наклейке от DHL написано, что внутри. Здесь полностью перечислено все содержимое посылки. Первый раз такое вижу, не знаю, с чем это связано. Но раньше никогда не писали. Листовка с заданиями. Тестирование длится 3 недели. И на каждую неделю свое задание. Опять большой мешочек, соответственно, холодные товары. И для того, чтобы открыть, написано, что отклеить наклейку и не использовать острые вещи. Мы это с вами знаем, что мы можем аккуратно все это открыть, даже с ножичком. Ну, понятно, да, что здесь холодные товары, значит, внутри что-то съедобное. Вопрос, что и сколько. Так, это тестирование нового мягкого сыра Kerrygold. Я, конечно, рада. Вы сами знаете, что я рада. Сейчас на этот сыр есть акция кэшбэк. То есть его можно купить, и деньги за него вернутся. Давайте пока немножко отвлечемся от посылки, да? И вначале они не точно и непонятно указали в условиях участия, сколько же можно купить таких баночек. У них всего 5 сортов. 5 видов, 5 вкусов, и непонятно было, можно купить все 5 по одному или только один. И нужно делать это в 5 чеках или в одном. Загружать можно было несколько чеков. Потом, ну как бы я не стала ждать, пока все это изменится, или как-то определиться, я просто купила все 5, загрузила чек. Потом они изменили условия участия, и по итогу можно купить только одну баночку любого сорта и получить за нее деньги. Но мне вернули деньги за все 5. Видимо, потому что я загрузила раньше, чем они изменили условия участия. Итак, здесь у нас с паприкой, здесь с свеклой и хреном. Еще один с паприкой, еще один со свеклой и хреном. Так, охлаждающие пакетики с травами. Вы думаете, сколько их там? Второй с травами, с копченой красной рыбой, с копченым лососем, да, я так думаю, натуральный, с копченым лососем второй, и второй тоже натуральный. Очень тяжелый пакет. Вот этот натуральный мы уже пробовали, мы уже его съели, вкусный. И кройтер тоже уже съели. Вкусно, действительно здорово, легко конкурирует с Филадельфией. Теперь будем тестировать, хотя можно сказать, что мы уже начали его и так тестировать. Будем готовить, делиться с друзьями и все это пробовать. Не успела я еще все до конца убрать, как позвонили в домофон и принесли мне еще одну посылку, третью.
которую я не ждала, я понятия не имею, что внутри. Она от сайта GoFeminine, и написано, что весит 600 грамм. Я, правда, понятия не имею, я не ждала от них ничего. По крайней мере, я не получала уведомления, что меня выбрали на тестирование того или иного товара. Поэтому я удивлена очень, правда. Супер! Я видела, да, что уже многие девушки получают такие посылки. Но поскольку я не получала, как я уже сказала, уведомления о том, что меня тоже выбрали, я посылку от них не ждала. Это сухие шампуни. Так, от фирмы Батисте. Давайте, смотрите, я вот так покажу. Красивая посылочка. Так, зеленый чай и камилла. Бамбус Фастер и Гортения. Такие интересные названия цветов. Кокосовое молоко и конопля. Три шампуня сухих. Это здорово, я их люблю, я их, правда, у меня всегда дома стоит обязательно сухой шампунь. От Батиста у меня один был, сейчас у меня стоит от Тафт. И вот эти три новых я попробую тоже с удовольствием. Это здорово, классно. Вдвойне приятно получать посылки, когда ты их не ждешь. И действительно такое тут удивление. И это, правда, здорово. Для тех, кто не смотрит мои видео с закупками, или, может быть, не досматривает их до конца, или пропустил, или... Расскажу еще раз. В Kaufland была акция к Пасхе вот с такими зайчиками. Нужно было взять у них большой лист, где эти зайчики, собственно, были напечатаны, разукрасить их, вырезать, склеить, собрать такую корзиночку и принести обратно в магазин. Все это, конечно же, бесплатно. После чего они наполняют эти корзиночки и можно обратно забирать. Такая же акция была к Дню Святого Николауса. Она проходит каждый год. Но на Пасху эта акция впервые. Мы увидели стенд, когда были в магазине, конечно же, взяли и, естественно, поучаствовали. Вот сегодня мы забрали две наши корзиночки. Дима еще официально участвует, до 12 лет можно включительно, ему как раз 12. И покажу вам, что было внутри. Во-первых, это две ракетки с мячиком, да, одинаковые в каждом наборе у наших ребят. Потом такой набор от Милка, там зайчик шоколадный и различные какие-то конфетки. Смотрите, шоколадки. Это довольно-таки большой набор, 126 грамм. Это у нас зайчик Маркуса и второй зайчик Дима. Я не знаю, на каком основании они их наполняли. Такой же точно набор от Милки и еще печенье. У Маркуса такого печенья нет. То ли его не положили, то ли его вытащили, то ли не знаю, что, почему. В общем, печенька. И смотрите, это не все варианты, то есть в каждой корзиночке были вот эти наборы с Милкой, а вот эти подарки отличались. Были три варианта. Во-первых, ракетки, во-вторых, медведь желтый плюшевый, и третьим вариантом была сумка от Haribo. Ну, просто она пустая, да, именно такая холщовая сумка, разрисованная в Haribo. Как подарок, сумка, мне кажется, не очень для детей. Ракетки самые классные в плане для Димы, потому что ему, конечно, плюшевый мишка тоже не нужен. А Маркусу, вероятно, мишка был бы интересней. Но это не важно, да, корзиночки наши, корзиночки подписаны. И смотрите, корзиночки, они подписаны сзади. А зайчики все стояли лицом. И, соответственно, поименно очень тяжело было находить. Но у меня была, конечно же, фотография, как наши ребятки разрисовали зайчиков, потому что я бабушкам, дедушкам высылала. И мы в лицо, так сказать, их искали. Нам помогали два работника. Они сами предложили, мы не просили, они любезно предложили нам помочь найти. И вот я показывала фотографию, и мы смотрели, да, кто как разукрасил. В основном детки, большинство разукрашивали полностью зайчиков, коричневый либо в серый цвет. А у нас ребята решили оставить их беленькими, зимними. Долго мы искали, зайчиков было очень много, но по итогу мы их нашли, и это очень здорово, очень классно. Такой сюрприз, подарок детям будет на Пасху, мы отдадим это тоже на Пасху, сегодня не будем вручать еще. Не знаю, здорово, я восхищаюсь просто такими акциями в магазинах, все это бесплатно, и такая приятность детям к празднику.